Всем привет! С вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Мы с вами на футболе. И вот состав Боруссии Мёнхенгладбах. Игроки группы атаки будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. Состав гостевой команды. Тренер выпустил сразу трех центральных защитников. И атаки соперника, конечно, сегодня будет очень непросто. Всем привет! С вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Мы с вами на футболе. И вот состав Боруссии Мёнхенгладбах. Игроки группы атаки будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. Став гостевой команды. Тренер выпустил сразу трех центральных защитников. И атаки соперника, конечно, сегодня будет очень непросто. Всем привет! С вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Мы с вами на футболе. И вот состав Боруссии Мёнхенгладбах. Игроки группы атаки будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. Став гостевой команды. Тренер выпустил сразу трех центральных защитников. И атаки соперника, конечно, сегодня будет очень непросто. Команды начинают эту игру. Поехали! Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграно. И мяч в руках у голкипера. Очень здорово соперник сыграл после потери мяча и вновь его себе забрал. Мёнхенгладбах идет вперед через фланг. Там есть свободная зона. Отличный удар! Мёнхенгладбахская Боруссия готовится исполнить угловой удар.